и всероссийских фестивалей, заслуженный артист Республики Карелия, лауреат Государственной премии в области искусства и лауреат премии главы Республики Карелия, солист Карельской государственной филармонии, дирижер оркестра русских народных инструментов «Онега», баянист-виртуоз Михаил Тоцкий. Дорогие друзья, обратите внимание на инструмент, который берет в руки наш уважаемый гость, аккордина, или, как его еще называют, духовой баян. Этот музыкальный инструмент был изобретен относительно недавно, в середине 20 века, но сейчас набирает все большую популярность из-за своего красивого звучания. Итак, мы начинаем. Ришар Гальяна, «Аврора», солист Михаил Тоцкий. Thank you.
музыка страсти и любви, музыка пылающего сердца. И Ришар Гальяно, современный французский композитор и исполнитель, всемирно известный джазовый аккордеонист, друг и ученик Астора Пьяццолы, виртуозно исполнял эту страстную музыку на бандонеоне и баяне. А сегодня эта музыка звучит в исполнении нашего замечательного гостя Михаила Тоцкого. Ришар Гальяно, танго для Клода. Thank you.
и справимся. Уважаемые дамы и господа, мы перенесемся в солнечную Аргентину, родиной аргентинского танго. Программу продолжит инструмент, которым владеет Михаил Тоцкий, и этот инструмент называется бандонеон. Уникальный музыкальный инструмент, который имеет свой характер и свою интересную историю. Бандонеон – это разновидность ручной гармоники. Его происхождение немецкое, но наиболее он популярен в Аргентине. Оскар Пьецолла вывел этот инструмент на мировой уровень. И сегодня на нашем концерте мы слышим звучание этого удивительного и малознакомого для нас музыкального инструмента. Астер Пьецолла. «Прощай, Нанино». Танго прощания написано в память об отце.
инструментом имени Георгия Шенделева. Дорогие друзья, далее в нашей программе танго «Обливион». Оно хорошо знакомо нашему слушателю благодаря саундтреку к фильму «Генрих IV. Безумный король». В 1993 году Астор Пьяццолла получил премию Грэмми в категории «Лучшая инструментальная номинация». А ведь Грэмми – это очень почетная награда, которую вручает Академия звукозаписи в знак признания достижений в музыкальной индустрии. И сейчас мы с вами насладимся этой прекрасной мелодией. Астор Пьяццолла, танго «Обливион», «Забвение».
концерты для симфонического оркестра, музыка кинофильмов и многое другое. И этот аргентинский композитор второй половины 20 века не перестает нас удивлять своими мелодиями. И страничку, посвященную аргентинскому композитору и исполнителю, мы завершаем исполнением на его любимом инструменте – бандонеоне, фуга мистериоза Астор Пьяццолла. Славянская фамилия еврейской формы и латиноамериканский темперамент.
известен как автор музыки для многих кинофильмов и работал вместе с такими величайшими режиссерами, как Тарантино, Феллини и Пазолини. И сегодня вы услышите мелодию из кинофильма «Почтальон». Луис Бакалов, Ин Пастина. Солист Михаил Тоцкий. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы немножко забежали вперед. У нас сейчас композиция, еще одна композиция Астора Пьяццолла прозвучит. Называется она «Дженни и Полли». Ярчайших произведений композитора Астора Пьяццоллы. А вообще-то Пьяццолла счастливчик, потому что он один из редких музыкантов, которому удалось при жизни сыграть практически все свои произведения. И стиль танго Нуэва, созданный им, продолжает удивлять слушателей и сегодня. А сейчас звучит Астор Пьяццолла «Фуга мистериоза». Луис Бакалов, Ин Пастина. Мелодия из кинофильма «Почтальон». Солист Михаил Тоцкий.
музыкант, пианист, композитор и дирижер танго. Автор нескольких самых известных танго, которые входят в десятку распространеннейших танго в мире, и за которые он получил 26 золотых и платиновых пластинок. Марианна Морос, «Тангьера». Всегда включаем его произведения. Талантливый композитор и баянист создал целый ряд замечательных оригинальных сочинений и обработок для баяна. Они отличаются самобытностью и в то же время интонационной близостью к народной музыке. Будучи прекрасным исполнителем-импровизатором, Шендерёв оставался верен баяну всю свою жизнь. И многие из этих сочинений стали баянной классикой и постоянно звучат в концертных залах. «Арчибальд Джойс» – вальс «Осенний сон» в обработке Георгия Шендерёва. Солист – заслуженный артист Республики Крым, конверсия и так было.
сердце нашего гостя готово дарить нам свое творчество и продолжать концерт. Следующая страничка познакомит нас с джазовыми композиторами Америки. А начнем мы знакомство с Бориса Векслера, который полжизни прожил в Советском Союзе, а вторую половину в Соединенных Штатах Америки. Но его творчество – это пример беззаветной преданности музыкальному инструменту аккордеону, или, как его называют, клавишный баян. Его произведения исполняют музыканты всего мира. Борис Векслер, популярные темы французских мелодий. Солист Михаил Тоцкий. Thank you.
и продолжать программу хочется слушать еще. Но, увы, мы продолжаем. Да и встречи, ах, эти глупые вещички. Солист Михаил Тоцкий.
продолжать. А сейчас, дорогие друзья, номер подарок, номер сюрприз. Абсолютно неожиданно в нашем концерте возник вот такой вопрос. У девушки Даши, которая находится сегодня в этом зале, был день рождения, а музыкант нашего оркестра хочет поздравить ее с этим замечательным днем и подарить номер, в котором участвует оркестр русских народных инструментов, наш гость Михаил Тоцкий и дирижер оркестра Валентин Лобанов. Джонни Мандел, «Твоей улыбки тень». Джонни Мандел – это композитор и аранжировщик популярной музыки, музыки к кинофильмам, музыки джаза. Он выиграл 5 премий Грэмми из 17 номинаций. И сегодня произведение «Твоей улыбки тень» звучит для крымского слушателя.
аккордина заставляет сердце замирать, и хочется еще слушать и слушать. Но баян заставляет его биться гораздо быстрее и ритмичнее. Фрэнк Марокко, пианист-аккордеонист, блестящий джазовый исполнитель, аранжировщик и композитор. Он исполнял свою музыку для публики всего мира и был признан одним из самых записываемых аккордеонистов в мире. Фрэнк Марокко. Итальянская самба. И заставляют восхищаться этим инструментом, а главное, музыкантом, который покоряет наши сердца. Сергей Войтенко. Откровение.
Оркестра народных инструментов. Итак, баян, балалайка и домра – это исконно русские инструменты, без которых не может существовать ни один народный оркестр. Балалайку называют королевой, а домра – это царица оркестра. Домра – как забытая царица, что жила когда-то на Руси. И чтобы мы не забыли эту царицу, я приглашаю на сцену лауреата международных конкурсов и фестивалей Юлию Цурикову. Валерий Матвяшин. Фантазия на тему «Калина Красная». Солистка Юлия Цурикова. Дирижер Валентин Лобанов.
начинать их отвечать, Юрию Цурикову и солисту оркестра «Добру». Александр Цыганков, Марк Дяндя, солистка Юлия Цурикова, дирижер Валентин Лобанов. Thank you.
Андрей Бызов, Лезгинка. Исполняют Михаил Тоцкий и солист оркестра народных инструментов Айдер Бибишев. Мелодия. Thank you.
директором Кирилл-Московским Советско-Сурскими оркестрами во многих филармониях России. Петрозаводска, Вологда, Череповец, Великий Новгород, Кострома, Иваново, Волгоград, Тольятти, Ульяновск, Астрахань, Сочи, Краснодар, Хабаровск, Красноярск, Москва, Санкт-Петербург, Архангельск и Крым, город Симферополь. Художественному руководителю и дирижеру Оркестра русских народных инструментов Валентину Лобанову. Дорогие друзья, мы хотим вас поблагодарить за то, что вы пришли в этот не совсем солнечный вечер, были с нами в этом зале прекрасно, поддержали нас, поддержали наш оркестр, наш праздник, который каждый год мы проводим, несмотря ни на что, стараемся радовать ваши сердца, видеть ваши улыбки. И сегодня тоже особенный день у нас. Мы, несмотря на что, провели этот праздник, ежегодный международный праздник, День балалайки, который сегодня открыл наш замечательный, провел наш замечательный друг, замечательный гость из Республики Карелия, наш Михаил Тоцкий. Давайте еще раз поаплодируем. Спасибо
замечательное мероприятие в Белгороде, где проходит ежегодный раз в два года парад дирижеров всей России, куда Михаил приезжал в качестве дирижера и солиста. Там завязалось наше знакомство, и слава Богу, до сих пор продолжается, мы друг к другу ездим, я был у него в гостях тоже как дирижер, дирижировал оркестра Манега в Петрозаводской филармонии корейской. И Михаил у нас вот второй год уже у нас в гостях, это уже хорошая традиция сложившаяся. Вот, спасибо ему огромное за огромный труд, конечно же, прежде всего, потому что видим такую программу. Михаил объездил всю Россию для того, чтобы сыграть у нас здесь со многими оркестрами работал. И я хочу поблагодарить наших замечательных солистов, которые сегодня были на сцене. И начну я с них. И приглашу на сцену нашу замечательную солистку, нашего концертмейстера оркестра Юлию Цурикову. Замечательный музыкант, уникальный музыкант, уникальная личность, наш, так сказать, центровой, наш любимый баянист в Крыму, Сергей Тагулов, заслуженный артист Крыма. Ну и, конечно же, наш уважаемый, дорогой гость, Михаил Тоцкий, хотим поздравить тебя с праздником, с замечательным концертом, который прошел здесь. Я считаю, что это большое событие, вообще культурное событие не только нашего города, но и вообще Республики Крым. Я хочу, чтобы вы всем рассказали, что вы сегодня услышали и увидели обязательно своим друзьям, знакомым. Приходите к нам еще, мы обязательно вас порадуем. Хочу вас еще раз всех поблагодарить и поздравить Михаила за участие в ежегодном международном празднике музыкантов-народников «День балалайки». Вклад в развитие музыкальной культуры Крыма, высокий профессиональный уровень и, кстати, о чем сегодня еще не говорили, в честь недавнего 50-летнего юбилея со дня рождения. Спасибо всем за просмотр.